Узнал тут про хондовское сервисное меню. У нас оно вызывается с зажиманием вот так вот. И зажигание держим. Вот. Соответственно, появляется сервисное меню в этом окошечке. Тут есть несколько режимов. Они переключаются по кнопке заднего обогрева. Вот, режимы тут от 0 AB до 9. 7 это точно температура охлаждающей жидкости. Я сейчас немножко уже погрелся. Вот она 78, совпадает с иконкой, которая там синенькая при холодном запуске. Вот, интересно, что все остальное за режимы, потому что тут значения неинтуитивные. 9 error, 0-0, эй, что-то вот такое вот. Может быть, у кого-то есть расшифровка, почитать, посмотреть, что все это значит. Интересно, что за датчики сюда выведены.